Всем привет! Пошел очень сильный снег. В такую погоду обязательно нужно контролировать лошадей, смотреть, все ли на месте. Сейчас попробую всех пересчитать. Когда такая погода наступает, сильный снегопад, лошади все поплотнее сбиваются в одну кучу и подходят где-то в затишье к лесу с подветренной стороны и стоят потихоньку, пережидают такую непогоду. Ну, это еще не считается непогода. Непогода — это когда прям сильный ветер. Но вообще он сейчас сильный ветер. Мы просто стоим здесь на поляне, а вокруг лес березовый, высокие деревья, густой, хороший лес такой, он сильно так уж не продувается, и поэтому здесь затишье. А если выйти в степь, там сейчас будет такая прям пурга, там в одном месте уже дорогу перемело, на машине поехал, пришлось включать блокировку, второй мост. Ну и все, теперь накроет толстый слой снега ячменную стерню. И, скорее всего, лошади здесь уже стоять не будут. Отсюда они уйдут. Я, конечно, надеялся, что они постоят здесь подольше. Может быть, до Нового года даже. Но нет. Наверное, стоять теперь они тут не будут. Вот они сами сбиваются туда, к лесу подходят поплотнее. Черная красотка. Ну, это сразу лезет. Видите, на лошадях снег не тает. Хоть сейчас и минус 2, минус 3. На лошадях снег не тает. Потому что у них очень низкая теплоотдача. Они даже на снегу лежат. У них получается, тепло не уходит. И даже под ними снег не тает, когда же ребята вот лежат. А у коровы не так. Это абрикос. Я когда приезжаю, смотрю сразу, первым делом смотрю всех жрецов, все ли на месте. И слабых жеребят. А так у нас сейчас в этом году нет проблем. Все лошади ходят вместе, никто никуда не убегает, даже не делает попыток. Жасминка всегда ходит возле лакмуса. Лакмус, ну-ка покажи свою шею. О, это кубок. Поздние же ребята. Барсик. Матросиха. С
совраска. Суффикс. Боливар. Боливия. Бусинка. Шалфей. Вот все, лошади туда. Снег сейчас уже поменьше прекратился, и лошади стали под лес. Баланс. Забава. Вот сейчас я уже вижу, что вот забава жеребая. Ну, как-то вот глаз у меня так мнет, он уже вижу, что жеребая. Зазуля. Тоже видно, что жеребая. Это зонтик. Зефирка. Зорька. Видно, что жеребая. Зуля — это молодая, полтора годовалая кобылка. Она еще не должна быть жеребой. Хотя бывает такое. Но вроде у нас никто в этом году в годовалом возрасте не покрывался. И это хорошо. Миланка. Миланку тоже домой заберем. Она от молодой кобылы, от двухлетки. И единственный же ребенок от малыша в этом году. Вот эта кобыла, помесь двухлетняя, 2,5 года. Ей вот она жеребилась. Кобыла челябинская. Ух ты! Сама. К рукам погладиться, а так оно обычно не давалось погладиться. Подошли тоже. А, ну ты, конечно, сама пришла. Сама пришла. Нравится им общение. Так, надо пересчитать теперь, умудриться. Валя обычно не давалась, чтобы погладить. Сегодня, видимо, способствует погода, когда такой снегопад, и они спокойно стоят, можно подойти и погладить. Но она обычно в поле не дается ни в какую. Это ее звездочет рядом стоит. Это вот одни из первых кобыл наших. Ласточка, Валя. Валя — это дочь ласточки. Звездочетик. Какие-то экземы у них появились, у нескольких же ребят, на щеке. Типа как плешивинки такие небольшие. Не знаю, что такое. Это ее сестра, тоже дочь ласточки. Она на пару лет младше. Но это уже от суффикса. Но она тоже в руки не дается. Вот. Сначала надо, чтобы руку понюхала вот так. Вот. Потом помаленьку вот так нос погладить ей. Вот.
может быть, разрешит себя погладить. Вроде и не уходит никуда. И стоит. Нет. Тоже видно, что уже жеребы кобылы. Вот лошади всю ночь паслись. Днем сейчас уже так стоят. Просто красавчик. Не дошло у нас в этом году дело до обучения лакмуса. Хотел я заездить жеребца. Время все не хватает. В общем, был такой случай. Убежала у нас эта кобыла весной. Мы нашли ее далеко, за 25 километров, может даже километров 30. И приехали туда, она там в табуне ходит и уже как у себя дома. Вот мы ее, в общем, поймали. Она абсолютно дикая, молодая, двухлетняя кобыла. Заседлали ее, я на нее сел и приехал домой. Приехал без проблем, привязал к столбу, зашел домой. Сейчас к рукам не дается. Зашел домой, выпил кружку чая. Ну и решил на ней попасти недельку, чтобы она как следует обучилась. Отвязал от столба. Без проблем сел на нее, как на обученную лошадь. Только сел, как она давай прыгать. Короче, я даже глазом моргнуть не успел, как вылетел из седла. Очень сильно ударился об землю. И что-то я так второй раз садиться на нее так и не решился. Потом мы ее пробовали еще обучать. Там попросил человека... Она его пару раз скинула. Ну и как-то забросили мы это дело, до конца не обучили. У нас это вполне нормально. И Машка у нас есть такая кобыла. Тоже начали ее обучать, так до конца не обучили. Хорошо выездить лошадь, уходит. Времени много. Полгода, год. А то и 2 года. О, кнопка стоит. Такой тяжеловозный профиль. Все, снег закончился. Прояснилось. Все нормально. Валя сама подходит. Чтоб я ее погладил. И вот так от шеи постепенно можно чуть дальше продвинуться. Надо понимать, что это дикие лошади, по сути. О. Вообще они вот так вот друг друга чешут, вот так. У них рефлекс. Это когда они друзья. Так, все нормально. Никто не болеет. Спокойно. Впереди зима. Морозы, метели,
снегопады. Обычно у нас зимой снега много не бывает, а вот ближе к весне начинаются бураны. После середины февраля и до самого апреля.